должен сказать, что... Он назвал тебя ничтожеством, бригадир. Был совсем не впечатлен, чтоб ты знал. Что ты сказал? Прости, я обещал бригадиру передать тебе его слова, прямо перед тем, как мы вырвали ему кишки. Продолжай. Поосторожней с шутками, малыш. Когда мы завершим наши дела, вы можете или сохранить мое расположение, или лишиться его. Лучше его не лишаться. Учитывая то, в каком состоянии мы оставили игрушки Молоха по твоей просьбе, мы чертовски уверены, что лучше быть на твоей стороне. Молоху будет непросто оправиться, это правда. Но он все еще жив. Мы должны прикончить его. Ты говорил, что он был практически неуязвим. Разве что-нибудь изменилось? Дар Люцифера Молоху. Я чувствовал его, когда мы сражались. Что-то наделяло его безграничной силой. Мгновенным восстановлением. Это могла быть только кровавая мантия. Считалось, что они были утеряны много веков назад. Каким образом кто-то, даже Люцифер, мог ее создать? И вообще, зачем отдавать ее Молоху? Проникнуть в разум Люцифера означает сойти с ума. Тем не менее, у Молоха она есть. И ее уничтожение... Последний шаг, который мы должны сделать перед ударом. Такой ценный артефакт может храниться только у него в арсенале. А поскольку его войска в смятении... Не благодари. Он не сможет ее защитить. Нужно действовать быстро. Хорошо, и тогда мы сможем, наконец, убить этого сукина сына. Конечно. Так приятно звучит, что я даже захотел поприсутствовать при этом. О, какая радость! А почему только поприсутствовать? Не хочешь сам ударить пару раз? Мои причины не вступать в конфликт касаются только меня. И, кстати, разобраться с Люцифером поручено вам от имени Совета. Разве не так? Это так. Так что вам выбирать не приходится. То, что мы делаем ради равновесия, а не ради тебя. Что бы там ни взбрело тебе в голову. Как и разум Люцифера. Мой разум не то место, где бы ты хотел оказаться. Всадник. Наслаждайтесь своим новым заданием. Под землей подобно крысам. Я предпочел бы прямое нападение. Даже не сомневаюсь. Не волнуйся. Что-то мне подсказывает, что по пути мы убьем немало демонов. Yeah.
Достал.
Враг окажется в очень невыгодном положении, если их уничтожить. А, меня дважды просить не надо! Нападают. Молоху нужны их трупы. Признаюсь, их рвение похвально. После Молоха мы наконец найдем Люцифера и покончим с этим. Исход не важен. Главное поставить Молоха на место. Ни одному демону нельзя владеть такой мощью. Знаешь, у нас были разногласия. Мы немало сражались, повидали и артефакты мощи, и некромантию, и злых демонов. Но это было весело. Полагаю, что так. Ты что, улыбнулся? Война, я все видел. Я всем расскажу. Ты не подумай, я просто представлял, как разрублю Молоху череп напополам. Конечно, как скажешь. Ошибки!
За нашего повелителя. Что? Садники! Сражайтесь, глупцы! Продолжай говорить, не отвлекайся. Очень зажигательная речь. Thank you.
Давай без странных метафор.
конца! Продолжай сражаться! Если потребуется, мы утопим Молоха в море крови! К черт, война! Где же ты был? Thank you.
запах пороха. Кровавая мантия. Что-то ее слабо охраняют. Ты разочарован, брат? Я переживу. Давай испортим Молоху день. Бабу. Судя по всему, насилия не избежать. Ну вот, другое дело. Вновь затеряна в веках. Надеюсь, на этот раз с концами.